Майские праздники как-то планируете отмечать? Куда-то ехать, проводить время? На шашлыки и на дачу. Не знаю пока, надо посмотреть. Какие варианты могут быть? Ну, наверное, классика – это лес, природа. Шашлыки? Ну, да. Майские праздники планируете как-то отмечать? Куда-то ехать? Нет, работаем. За город, шашлыки. Субботник. У вас рабочий день. Куда-то ехать? Будем работать на благо города. Честно, пока еще не думали. Я вот работаю, но хотелось бы на 9 мая съездить на дачу покушать шашлыки. То есть эти начало майских заняты, но на 9 мая рассчитываются? Ну, конечно. Да? Да. А у вас как? То же самое. Мы, если будем отмечать, то в любом случае вместе. Вместе, потому что мы подружки. Майские праздники впереди. Что планируете делать? Как отдыхать? Куда-то поедете? Лес, шашлыки? Работать. Шашлыки работать. Работать. На все праздники. Работать. Ну, не на все праздники, но хотелось бы на все. Да, на дачу. На дачу. Шашлыки. Ну, может быть. Хочу. Нет, лес, никуда. Наверное, отдыхать, да. Да. На дачу? На даче нету. Не, с близкими, дома. На майские праздники, да, в принципе, не планировали. Дома отдыхать? Да. Рабочие люди, поэтому. То есть у вас работа? Только работа, да. И семья, больше ничего. В моем возрасте вся неделя выходная, поэтому начинать могу в любой день. А в основном в саду или в огороде. На майские праздники где планируете отдыхать? Может, куда-то поедете? Мы уже приехали. Уже все? Так впереди да. Же выходные. Ну вот мы приехали выходные провести здесь. В Саратове? Да. Из какого другого города? Да, из Подмосковья, из Королёва. Ну и как вам тут? Мы здесь жили раньше, к родственникам приехали. Изменения какие-то? Ну вот, и иду, осматриваюсь, давно здесь не была. Поэтому радует. Хотела в Липках погулять, но он закрыт на реконструкцию, я так понимаю. Иду к набережной полюбоваться, говорят, тоже очень хорошо сделано. Будем дома сидеть и работать. То есть работа только? Работа. Отдых не планируется? Поедем в Сочи. Ух ты! Да. Вот это у вас будут праздники. Конечно. Сейчас в Саратове 3 дня, потом в Волгограде 3 дня, а потом уже в Сочи поедем. Это большой тур. Большой отпуск, я бы сказал. Что будете делать? Рассказывай. Мы поедем на шашлыки. За город? Да. Классический план? Да. Что-то еще, какие-то идеи, альтернативы? Нет больше никаких, работать. Еще и работать? Да. На дачу. На дачу? Да. А вы куда? А мы дома. Дома, может быть, и с ними. Природа. Компания. Да, компания, это все.